привет! Сегодня у нас будет видео, посвященное румянам. Можно сказать, все мои румяна, за исключением тех, которые находятся в палетках больших, там, то есть где бронзеры, ну, эти многофункциональные, на 5, на 6 рефилов, на 3 рефила. Здесь будут у нас сегодня только одиночные румяна. То, что у меня есть, это люкс и большая часть бюджета. Недавно я снимала видео, спрашивала девочек, вернее, мне даже сами написали некоторые рекомендации, чтобы хотели видеть, что готовы смотреть и пересматривать. И одной из таких рубрик оказалась коллекция косметики. Как ни странно, я думала, всем уже надоело, и ну, не снимала из-за этого. Ну, раз кто-то хочет, то, девочки, я вас прошу к просмотру, наливайте свои любимые напитки, давайте начинать. У нас с вами, я не знаю, как получится, быстро или нет, как дело пойдет. Фронт работы у нас довольно обширный, вот столько нас ждет румян. И начнем, я не знаю, может быть, с люкса давайте, он как-то ближе ко мне, с него и начнем. Я некоторые храню в коробочках, которые были у меня, а кто-то без коробок. Ну, то, что, например, я покупала уже на Авито. Вот такие румяна у меня есть от Lancome. Они без коробочки, оттенок 04, я тут рассмотрела на обороте. И это розовые вот такие румяна, но не прям холодно-розовые, я холодно-розовые не покупаю, мне не очень подходит. А это какая-то такая пыльная роза, темненькая. И матовые они, и чуть-чуть сатиновые. Вот такой оттенок. Довольно яркий, можно одними такими румянами скульптурироваться и обойтись, например, без бронзера. Ну, чтобы не было излишней перегруженности, например, в первой половине дня. Далее румяна от Charlotte Tilbury, оттенок называется Love Glow, он некоторым девочкам хорошо подходит, а мне, на мне он практически не виден, то есть делает какое-то атласное сияние, свечение розоватое, и все. То есть если я сейчас загорю, у меня это будет, я не знаю, наверное, вообще то ли пропадать, то ли что, но очень, видите, какой нежно-розовый. Но он очень красивый, светленький. Ну, зимой, может быть, будет более актуально. Вот такой вот оттенок. Он чисто для белоснежек. Если вы чуть потемнее, то уже вот... Уже мало, как будто этого мало. И есть, конечно, тут плюс. Они как-то выглаживают, видите, вот кожу. И вот делают вот этот лоск сияющий. Вот это красиво, конечно, на лице смотрится. Оттенок мне бледноват. Далее, Guerlain. У меня есть такие из этой коллекции бразильской. Есть баночки метеоритов матовых. И в этой коллекции я даже не сразу узнала, что у них, оказывается, еще есть и в симпатичном дизайне румяна. Вот такие вкусно пахнут метеоритами. Коробочка миленькая, у меня где-то еще беленькая есть. Надеюсь, мы ее сейчас увидим. Тоже метеориты. И выглядит вот так. Здесь сияющий слой покрытия. Ну, когда копнешь чуть побольше, уже сияния этого мало. И как-то больше в матовые превращается. Вот так оставлю. Это персиково-оранжевый румяна. Очень красивый. И кажется, что они светлые, но нет. Их довольно-таки неплохо видно. На теплую кожу шикарно смотрится. Ну, по сравнению с Шарлоттой, да, видите, как их хорошо видно. Очень мне нравится, плюс приятный этот аромат метеоритов. Далее посмотрим с вами на румяна, которые у меня появились совсем недавно. Это японский бренд. Была скидка в Золотом Яблоке 40%. И можно было еще код был. Ну, я нашла в интернете. Получалось 50% скидка. Здесь нужно отдельно покупать коробочку как для теней, так и для румян. То есть это такая система, как с помадой Guerlain. Коробочка отдельно, румяна отдельно. Все стоит небюджетно. Если бы не было скидки, то я бы даже и не задумывалась о покупке, потому что ну, реально дорого. Прелесть этой коробочки только когда она не заляпанная. Вот такая вот сияющая синяя. Стоит чуть пальцем побольше здесь оказаться, и все, девочки, никакой красоты и люксовости уже нет. Но если протереть, смотрите, какая шикарная коробочка. И качество. Качество тоже меня порадовало.
Несмотря на то, что все какое-то кажется маленькое, миниатюрное, здесь 6 грамм румяных. Оттенок мой называется... Ой, то ли 105, то ли 305. А, 105, да, румяна 105, а 305 это у меня тени. И вот так выглядят. Очень мне тоже понравились. Можно по отдельности. Они шелковистые, такие как будто кремовые. Вот действительно. Но мне нравится смешивать их. Не по отдельности делать. Я прям вот так вот кистью по всему рефилу прохожусь. И получается вот такой у меня оттенок. Вот этой кистью я не пробовала. Или пробовала, не помню. Ну, в общем, неважно, какой кистью пользоваться. Румяна сами довольно быстро заканчиваются. Мне так показалось. И они так же, как Шарлотт Тилбери, могут украшать и выглаживать лицо. Вот так получается. Ну, они кажутся светлыми, на самом деле нет. Это теплый персиковый оттенок румян. Здесь один рефил более сатиновый, другой более матовый. Когда их смешиваешь, получается такое, все равно получаются сияющие румяна. Красиво на лице, действительно, они смотрятся очень шикарно. Так, что из люкса? Далее, давайте марка посмотрим. Марка Джейкобса. Air Blush. Воздушный румян, да, если я все правильно поняла. Одни из первых моих люксовых румян, наверное. Очень шикарная у Марка упаковочки косметики в его. Такая, как сумочка, кошелечек, да, с кнопочкой. И вот эти вот... У него твердые, их не хочется выкидывать, да, не какая-то там пленка полупрозрачная, а хорошие заглушечки такие. 504 оттенок румян, это розовые, вот такие. И, кстати, на Авито можно купить, я, по-моему, видела их там. И оттенок у нас выглядит вот так. Вот. Ну, это из разряда утренних румян на мне. Может быть, на девочках беленьких он будет более ярким, на мне. Ну, практически вот как. Вот тоже сияют хорошо. У меня дневной вариант. Вот. Так, что у нас еще осталось из дорогих? Из дорогих двое румян от Tom Ford. Одни у меня в коробочке, другие без. Значит, первый оттенок называется Inhibition, который мы с вами посмотрим, 06 номер. И выглядят они вот таким образом. Тоже довольно ярко. И персиковый оттенок. Вот такой. Как бы, знаете, полубронзер какой-то, что ли. Очень красивый оттенок. Тоже можно самостоятельно использовать, не добавляя больше ничего. Вторые румяна у нас в оттеночке Love Last, они очень светлые, такие летние, неброские, очень сияющие, похож на хайлайтер. Вот так выглядят, шикарные тоже, шикарные. Они прям сатиновые, конкретно, ну, перелив, видите, как у хайлайтера. И они выглядят более так бледненько. Вот такие. Очень мне нравятся. Не сильно видно, но видно. Иногда хочется именно такого вот варианта, чтобы, ну, не видно было, не бросался твой макияж в глаза, но в то же время вот красота была, чтобы красота присутствовала. Так, скоро уже, наверное, удалять будем, да, румяна, то у меня все равно не хватит руки. Последняя из дорогих, девочки, у меня есть румяна, это вот китайский люкс Palace Identity бренд. Они как-то совместно с ZC, либо это дочерние от ZC бренда. И это, конечно, самое красивое, вот это у нас, скажем так, вот лежит европейский люкс, да, ну это вот Япония. А это что-то какая-то, не знаю, роскошь такая. Он такой, она переводится, по-моему, дворцовое что-то там, то ли роскошь, то ли еще что-то. Бренд этот. И вот так выглядят вот такие часики. Очень шикарно, да? Так, открывается она вот здесь. То есть тоже пыльничек такой бархатный. Есть там у них уже такой скульптор, хайлайтер. И вот такая красота внутри. Ну, согласитесь, вот среди того, что мы видели, да, это самое какое-то
Самый роскошный вариант. То есть даже, ну, никакой Том Форд рядом не стоит. Очень, конечно, они умеют, как сказать, дизайном взять. И внутри вот этот рефил. Ну, все, два вот так сделаем. Стоят они где-то 2200. Ну, тогда стоит, цены тоже скачет. Может по-разному стоить. Когда я покупала, было 2200. Матовые, пигментированные очень. Они, ну, каким-то мелким помолом, цепкие, такие стойкие очень. Как въедаются в кожу, видите? Можно, ну, соответственно, это смешивать можно. Шикарные румяна. Ну и плюс сам дизайн. Так, ну, что-то все видно было. Как-то переехать так, что ли? Вот, это, наверное, все. Еще есть арт-деко, но уже арт-деко как-то к полулюксу, что ли, или к масс-маркету относится, не знаю. Сейчас будем его смотреть. От арт-деко. Вот такая коробочка у меня была, Шконтур. Они тоже красиво делают, ну, где-то, знаете, на одном уровне с Кико стоит арт-деко. Они тоже заморачиваются дизайном коробочки и внутренним, что внутри был привлекательный рефил. То есть они этому внимание уделяют. Я такие бренды люблю. Стоят они часто прям как люкс, особенно Кико. Ардекот, я не знаю, они как-то пропали. Вот такие румяна. Тоже состоят из двух частей, но я буду делать сейчас все сразу. Потому что здесь переход не сильно виден. И очень красивый оттенок. Действительно шикарный. Вот каждый день могу такие носить. И это прям мое. Мое. Брала по скидке, по-моему, в Литуале, еще где-то. Потому что я покупала, когда это уже были не свежие коллекции, не прям вот только вышедшие. Вот такая коробочка у меня еще есть. Здесь как плетенка такая. Ну, как на корзинках, я не знаю, забыл материал, как называется. Так, выглядит рефил вот так, из двух частей. Значит, беж такой и светло-розовый. И давайте мы их соединим. Что будет? Так, раз, два. По отдельности как-то не очень, да? А соединишь, когда получается вот такой оттенок. Тоже светленький такой. От Дардеко у меня есть еще что-нибудь или нету? А, есть, да. Вот такая коробочка Дардеко. Угу. Румяна классные. Так, девочки, я здесь сделаю сразу все три. Потому что совсем светлые, в одиночку не-не. Ну, не сработают. Сейчас попробуем. Да, вот так будет все вместе. Похож на бронзер, красивый оттенок. Мне нравится. Так, ну что, давайте теперь Кико посмотрим. Потому что арт-деко вроде бы все. Может, хайлайтер еще какой-то есть. А, у меня еще бронзер должен был быть. Да, я помню, я у Лены покупала. Но, видимо, здесь его нет, потому что у нас же отделение с румянами. Давайте Кико. Очень тоже суперские коробочки. Прям удовольствие, реально. Жду, когда они цены сбавят, потому что евро-то упал сильно. Но они не спешат цены уменьшать. Вот когда они одумаются, так сказать, над своим поведением, я, наверное, что-нибудь закажу. Мне уж очень нравится оформление и внутри рефилы. Вот такие румяна шикарные. Кокосом пахнут. Ну, может быть, вот этими цветами маноида таите. Шелковая текстура, просто шелк, девочки, реально. Вот эти яркие румяшки, которые, как я говорю, можно одни вот носить, потому что они очень такие, сами все делают, в общем, иными словами. Так, еще у нас что, Кико? Малышки такие, они прям тоже кремовые. Вот такой коробочки, суперская коробочка, маленькая такая. Я когда заказывала, я думала, они покрупнее. Это совсем прям как кремовые. Вот чуть-чуть и будет крем. Вот чуть-чуть осталось до состояния кремовости. Невероятное, девочки, качество. Вот реально, смотрите, сатиновый крем.
как помада эффект, да? Даже у Люкса я, по-моему, такого не видела. Вот реально крутые. Вчера я же на Кика заходила, и потом они отслеживают. Потом начинают тебе рекламу выскальзывать. По-моему, 1200 со скидкой они сейчас стоят. Но они того стоят, я говорю. Хоть их здесь 3,5 грамма. По качеству они неповторимые. Таких у меня больше нет. Ни у Форда, ни у Герлена, ни у кого. Какой-то кремовый сатин. Очень красиво выглядит. И оттенок натуральный такой. Номер, знаете, как называется? 03 Rose Garden. Розовый сад. Класс, конечно. Кика прям молодцы. Так, что у нас еще есть из Кика? Из красавчиков. Из красавчиков. Вот такая малышка. Малышка. Вот в такой коробочке. Ой, тоже такая малипуська, красотуська. 3,5 грамма. 03 Morning Kiss называется оттенок. И это запеченная формула тоже. Девочки, не смотрите, что 3,5 грамма мало. Это на года. Это вот из той серии, как румяна буржуа, в которых 2 грамма было у буржуа, вот эти баночки. Но никто не мог закончить эти 2 грамма. Никто. Я даже себя продала. Отчаялась когда-то увидеть дно там, понимаете? Вот это такой же вариант. Оттенок невероятной красоты. Просто вот сатин светло-персиковый. Ой, сейчас пока буду это видео снимать в Кика, влюблюсь, наверное, с новой силой. Так, мы с вами забыли, знаете что, посмотреть еще одни люксовые румяна от Патмаград. Они мне как-то скромненько в стороночки затесались. Оттенок этот называется... Ой, я уж забыла, как он называется. Где-то тут должен быть. А, вот. Flirtatious. Вот. Тоже шикарная текстура, какая-то шелковистая. Может показаться вам, что их не видно, но их хорошо видно. Вот такой оттенок. Знаете, на что похож? На вот эти румяна от Physicians Formula. Давайте сравним. Оттенок Plum Rose называется. Как они будут? Похож или чуть-чуть не похож? Да. Смотрите, Flirtatious и вот этот Plum Rose. Прям братья-близнецы. Вот они. У меня плохо видно, у меня кожа все-таки такая довольно какая-то желтовато-темная. Поэтому, девочки, имейте это в виду. То есть она у меня не такая, не беленькая. Давайте сразу вторые покажу. От Nude Silk, тоже от Physicians Formula. Чуть поярче и более персиковые румяшки. Их вот видно хорошо уже. Такс. Ну что, у нас все дорого... А, во, Герлен еще. Нашелся Герлен. Это вот такой же. Видите? Две коробочки. Так мне нравится все это. Я вчера вечером сидела, перебирала. Вот так выглядит рефил. И до сих пор тоже аромат приятный. Они очень блинненькие. Перебирала и думаю, что надо, наверное, ролик снять. Ой, девочки, ну прям не видно на мне их совсем. Одни блестки как-то видно. Ролик снять и показать. Вчера я сама насладилась. Вот такие бледно-розовые. И думаю, может быть, надо все-таки это переснять, потому что... Еле-еле видно. Потому что... Раз девочки хотят коллекцию, то посмотрим, значит, все вместе. Ну и я заодно свяжу, так сказать, память, что у меня есть. Теперь я хочу вам показать один из моих любимых оттенков, на который я постоянно западаю. Это вот когда румяна выглядят вот так. То есть это у N Beauty, похоже, есть оттенок. Вот я прямо его хочу. Какой-то персик. Немножко золотой. Или коралл даже. Да, вы видите, как сияет. Господи, как же это красиво. Я понимаю, что у меня уже есть такие румяна, но когда вот показывает кто-то из девочек, все, у меня как какое-то зомбирование происходит. Это... Ну, это нереально красиво, действительно.
Это лимитка была у Essence. И девочки, кто в теме, конечно, сразу кинулись покупать, ну, потому что это реально, это люксовый вариант за 3 копейки. Такие румяна были у Chanel. Есть нечто подобное у Orgasm de Lunars. Так что вот, еще то же самое, также девочки кинулись покупать из этой же красоты. Blooming Hibiscus Catrice 0,10 оттенок. В этих румянах 9 грамм, но кажется, как будто 90. Смотрите, какая большая. Запеченная формула, и действительно, ну, их надолго хватит, они довольно яркие, пигментированные. Я их обычно как будто вместе сравниваю, но они отличаются все равно. А вот друг от друга отличаются Essence и Catrice. Вот. Видите? Essence более розовые. Хотя вот если так смотреть, кажется, что одно и то же. Да? Ну нет. Essence больше в холодно-розовый как-то уходит, а это конкретно персик золотистый. Вот, видите? Все-таки отличие, вот оно прослеживается, отличие. Так, что теперь? Теперь давайте две баночки, вернее, коробочки симпатичных посмотрим. Это у нас будет два разных бренда, но они друг у друга. Я не знаю, кто первый начал, кто придумал эти упаковки с сердечками, может, Benefit, не в курсе я. Вот такие милые коробочки. Они много места, правда, занимают. Смотрите, вот так, если кладешь, много места занимают. Хотела продать, потом думаю, нет. Ну, такой красоты на каждом углу, как говорится, не встречается. Вот тоже любимый мой оттенок. Peach 04. Это Lavelle бренд. В подружке. Ой, не в подружке, в улыбке радуги продаются. Тоже запеченные. И это, девочки, настолько плотно запеченные. Такие же, как буржуа. Вот прям, ну, правда. Каменные и бесконечный. Здесь есть блестки и очень шикарный оттенок. Как блестки показать? Да, вот видите, да, блестят. Очень красивые румяна, очень. У них есть какая-то, знаете, сыпучесть, что ли, летучесть. Нет вот такой кремовости, как у Кика, но оттенок просто вот классный. Просто классный. А вторые, я не знаю, зачем мне захотелось розовый. Это Revolution у нас уже. Почему мне такие розовые захотелось? Вот именно вот с этой прохладной частью. Я такие не ношу. Но это матовые румяна, без всякого сияния. Но если их смешать, то здесь не так сильно бросается в глаза именно вот этот холодный оттенок. Он превращается просто в розовый, дневной, утренний. Такая свежесть, но скорее больше белоснежком оттенок подойдет. Но все-таки такой какой-то прохладно-розовый. От Revolution есть еще очень красивые у меня румяна, вот такие. Называются они, какое-то у него название, нечитабельное, вот его название. И персиковый оттенок в румянах 7,5 грамм, матовый. Текстура очень шелковистая, приятная. И вот такой красивый персик. Вот такой оттенок. Очень красивый оттеночек. Вот. Так, что еще мы с вами посмотрим? Давайте посмотрим вот такую палеточку от Essence. Это коллекция Pacman. Здесь вот 4 оттенка. Она у меня почему-то лежит не там, где палетки. А вот именно со всеми вместе, потому что, видимо, она довольно компактная. И примерно, ну, как арт-деко размером. Поэтому она у меня вот всегда вместе с ними. Здесь сатин вот такой. Палетка, правда, суперская. Она маленькая и в то же время вот сочетает в себе все оттенки. Вот ее удобно брать в поездке, потому что, вот видите, блестящий такой оттеночек есть. Матовый, светлый. Допустим, вечером можно прибавить. И вот такой персиковый. Классно. Хорошая палеточка. Далее мы с вами давайте посмотрим. Двое румян у меня. Они перепали от Лены.
Essence лимитки. Запеченные тут хайлайтеры они зовут, а это румяна. Можно их сочетать, потому что здесь светлые они такие. Опыление сходит, когда, и получается вот этот светлый. Видите? Светлый матовый, совсем матовый оттенок. Персиковый тоже такой какой-то. Выглядит вот так. Можно одиночку носить, тоже мне нравится. Хороший оттенок. Похож он, знаете, прям вот на вот эти. Действительно, очень на пэт похож, прям реально. Сейчас сделаю. Да, похож. И то, что они хайлайтером зовут, запеченную формулу. Видите? Ну, я такой хайлайтер, наверное, не смогла бы носить, но если разбавлять с румянами, то есть добавить немножко сатина, вот что получается. Ну, на хайлайтер не тянет, да, если так повернуть, то это, ну, реально темный оттенок. А вот так он прям сияет, как не в себя. То есть это что-то среднее между хайлайтером и румянами. И мне кажется, вот в одиночку, либо как тени использовать, либо с чем-то смешивать, либо добавлять как акцент, ну вот кому сияния не хватило. Вот так вот использовать. Ну мы уже в кадр не помещаемся, как обычно, все. Что еще? Так, вот такие вот лимони румяна. Не знаю, какой это номер. Единственные мои холодные прям румяна. Хотела их продать, но их что-то никто не купил. Они дорого стоят, наверное, ну, не все готовы. Но здесь очень тонкий, притонкий помол. Прям, знаете, вот наитончайший. Ничего подобного у меня не было. Когда трогаешь, понимаешь, что здесь что-то прям, ну, супер какой-то помол, тонкий-притонкий. Вот так выглядит на лице. Ой, в смысле, сводч. На лице как надо будет вспомнить. Прям втушевывается в кожу. Очень красиво. Ну, он прохладный для меня оттенок. Я покупала на Wildberries, и, ну, трудно по экрану выбирать оттенки, конечно. Часто ошибаешься. Так, что, теперь красоту вам покажу от Эвелин. Оттенок называется 01 Пиони. Очень красивый румяна, очень. Шелк кремовый какой-то, кремовый шелк. Обалденный румян. Ой, они прям так втираются, тоже как кремовость в них. Девочки, в них очень хорошая кремовость. Не, ну, не прям как у Кика, но близко. Близко. Смотрите, какой оттенок классный. Так, надо окно закрыть. Начинает уже плохо видно. Один свет с другим борется. И сейчас мы с вами будем по-другому. Вот так. Да? Персик светлый, сатиновый. Еще персик у меня есть. Это румяна вот эти L'Oréal. В оттенке 01. Они вроде то ли пахнут, то ли не пахнут. Я сейчас что-то не чувствую. Это светлые такие оранжевые румяна. Такие L'Oréal есть. Это с сайта iHerb я заказывала. Внутри там есть как у зеркало и кисть. Как у Physicians Formula. Ну, идиотская упаковка же. Но румяна тоже. Кремовый шелк. С iHerb можно заказывать. Сейчас девочки мне сказали True Match. Только доставка 1400 стоит. Вроде Boxberry делает эти доставки международные. Не знаю, каким образом, особо не вникала. Вот, сатин такой, с блесточками. Теперь
теперь давайте смотреть с вами Катрис. Тоже их очень люблю. Катрис вот такие у меня есть. Оттенок 0,20. Тоже шикарное качество румян. Ноль двадцатый. Я румяна очень люблю, девочки. Это, наверное, после теней моя любимая категория. Поэтому их, конечно, у меня прилично, скажем так. Прилично. Вот такие румяна от Belle. Оттенок называется 01 Pure Mauve. 5 грамм. Здесь масла в составе и типа того 99 ингредиентов натуральных. Оттенок классный. Брала я в подружке. Вот такой. Так, теперь давайте двое посмотрим румян от Luxe Visage. Недавно купила, хотя эти румяна уже давно у всех есть. Кто-то даже умудрился закончить. Две коробочки. Меня что-то они как-то приманивали, к себе приманивали. И все-таки приманили. 0,2 и 0,6. Начнем с 0,2. Вот такой оттенок. Матовые. Немножко сыпучие. Вот так выглядит. А шестой оттенок, он, по-моему, чуть сатиновый. Или нет? Тоже мат, похож на матовый. Так, шестой вот так выглядит. Это, да, шестой он более сияющий. Это румяна, конечно, теплые. И одни, и вторые. Ну, я так подбирала. Их очень много, на самом деле, вариантов. Там прям запутаешься, что купить. Палеточка вот Катрис. У нас уже с вами чуть-чуть осталось. Такая двойная. Тоже, наверное, скорее не румяна, это а бронзер. Потому что очень яркие оттенки. И коричневые прям такие. Не знаю, почему у меня в отделениях румян находится, а не в отделениях бронзеров. Потому что, ну, вот. Вот такой оттенок. Надо, наверное, действительно переложить. С сиянием, красивые. А румяна от Oriflame. Это рассыпчатый оттенок. Тут очень классный. Очень классный оттенок. Он сияет. Девочки, он нереальной красоты румяна. Смотрите. Тут блестки перламутровые какие-то. Они настолько шелковистые. Ну, их можно вот так распределить и будет. Тушуются прямо, видите, вот пальцем. И будет вот такое сияние. Классное. Далее что? Далее румяна. У меня вот тут было Оги. Оттенок называется 04 Rose. И выглядит вот так, тоже красивые. Они довольно хорошо спрессованы. Даже буквы, видите, до сих пор не стерлись. Вот так выглядит оттенок. Классный, тоже самостоятельный. Далее. Вот эти очень дешевые на Herb румяна. Они мне полюбились. Сатиновые, такие какие-то чуть сияющие. 10 рублей где-то стоили. Ну, мне прям нравится, действительно. Вот так. Сияет тоже. Красиво очень на лице выглядит. Далее мне присылали вот кристалл декор минеральный, золотистый турмалин называется. Шикарная тоже косметика. Вот. Они не портятся, ничего с ними не бывает. Так, сейчас мы с вами немножко вытряхнем. Оттенок посмотреть. Ой, какая красота, мамочки. Девочки, какая же красота, смотрите. Вроде нет ничего. В то же время сияет, смотрите, как.
Это такая пыльная роза, которая сияет. Он не броский оттенок, но есть он. Будет делать легкое скульптурирование по типу вот этих румян. И так выглаживает кожу. Мне кажется, мне светловат он в данный момент на руку. Может, рука уже загорела. Прям как-то, как будто выбеливает, что ли. Далее у меня будут румяна от Oriflame. Но я их немножко уже модернизировала. Буквально вот вчера сидела и добавила коричневых шариков. У меня были от пудры Рената коричневые шарики. Я их сюда добавила и куда-то там в какой-то хайлайтер шариков тоже. В общем, разъединила и получила вот такой вариант румян. Ну, нормальный такой персиковый оттенок получился. Можно носить. Вот так выглядит. Мне хорошо подходит это. Вот. И не знаю, правда, когда до них руки дойдут. Эти шарики вообще бесконечные на самом деле. Я помню, я какой-то такой коробочкой пользовалась чуть ли не несколько лет. Ну, я тогда не так активно красилась, как сейчас. Но в том плане, что я помню, как надолго их хватает. Этих румян. Если даже только ими одними пользоваться. Еще у меня есть вот такие от Faberlic, тоже шарики, но это шарики более маленькие и более светлые. Красивые, мне они нравятся. Хорошие тоже шарики. Это более светлый персиковый оттенок. Ну да, прям совсем какой-то светлый, как хайлайтер. Не видно у меня уже ничего. Сейчас попробую. Вот губкой нанесла вот этой. Все, девочки, на мне с на руке уже, наверное, она не отмывается. Все, прям не видно даже ничего. Ну, не знаю, можно будет как хайлайтер, если что, использовать. Тоже одни из моих любимых и недорогих румян. Также с iHerb, J-Cats. Оттенок называется 101 Sweet Pink. Очень классная, очень классная. Они как вот кремовый шелк. Оттенок невероятно красивый. Смотрите, какой. Он персик, смешанный с розовым. Обалденные румяна. Вот такая красивая лимитка. Вот Essence. Есть у меня еще палетка из этой коллекции. Boom Baby Bloom. И это что-то, наверное, хайлайтер или румяна. Очень сияющая. Схожая вот с этим. По сиянию я имею в виду. Красиво, невероятно. Смотрите, как раз. Нет, здесь не такой блеск. Там прям был какой-то зеркальный, а здесь он более деликатный и переливчатый. Видите? Сияние так и играет туда-сюда. Красиво. Еще у меня румяна есть вот такие. То есть это мы с вами смотрели оранжевые. А есть розовые. И оттенок здесь 0,1, а это 0,3. 0,3. Такие румяна больше понравятся большинству, чем вот эти оранжевые. Это розовые вот такие красивые. Тоже состав много натуральных ингредиентов. Пишут 78-77%. На какой-то коробочке написано 99% из L'Oreal. Катрис, еще вот такие. У меня есть оттенок, называется 040 Berry. Розовый такой оттеночек. Это тоже мелкий-мелкий помол, просто матовые румяна. И они довольно-таки яркие. Вот такие. От Faberlic. Оттенок 6410. Хороший оттенок. Ну, так, посмотрим. Похож тоже немножко вот на бронзер. Или, знаете, еще натуральный называют. Вот натуральный оттенок. Когда румяна вот такие, это бывает их называют натуральными. Последние от Catrice. И все, девочки, наш с вами просмотр закончился. Вот такая коробочка. Оттенок 0,20. Тоже красота.
Очень красивый, смотрите, какой оттенок. Нежный такой, прям принежный. Получается, у меня три коробочки от Catrice имеются. Я вам сейчас их покажу. Так, вот так и вот так. Две коробочки из одной коллекции. Нет, не из одной, одна упаковка. Потому что, видите, на рефиле разное написано. Здесь Run the World, а вот в этой коробочке Going Cheer. Да? Вот надписи разные, оттенки вот так выглядят. И коробочка вот такая. Здесь ничего не написано, здесь мозаика. Вот такая вот. Вот, три коробочки вот Catrice у меня есть. Все, девочки, остались у меня только... Мы с вами посмотрели, как я говорю, вот эти палетки многофункциональные. Там тоже румяна встречаются. И, ну, все, наверное, да. Так все я вам показала. Сейчас мы с вами, как обычно, охватим это все общую картину. Вот так выглядит она. Вот. Столько румян у меня. Не считая, говорю, больших палеток. Все, девочки, вам спасибо за внимание, за просмотр. Ставьте лайк, если вы хотите продолжение сериала про косметику. Там у нас еще бронзеры, хайлайтеры. Может быть, что-то из люкса можно будет посмотреть. Пишите, что дальше хотелось бы вам больше всего увидеть. И на этом буду прощаться. Пожелаю вам хорошего дня, хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.